Российского ставленника Рубена Варданяна реально потрясло и напугало поведение азербайджанцев на Лачинской дороге. Ведь он же приехал в Карабах как хозяин, как некий решала. Ведь для него же не писаны законы. Делаю, что хочу. Ведь ему же дали гарантии из Москвы, что никаких проблем не будет. Он думал, что его временное пребывание в Карабахе перед заходом в армянскую власть будет легкой для него прогулкой. Он себе уже строил планы, как он будет курировать контрабанду из Карабаха и потом дерибанить нажитое. Я так смотрю, что эти российские олигархи армянского происхождения вообще напрочь страх потеряли. Он реально не понимает, что для Баку он никто и зовут его никак. И никто не даст ему грабить азербайджанскую землю. Я надеюсь, что очень скоро Баку прижмет ему хвостик, и мы увидим совсем другого Рубена Варданяна.